В эфире информационный канал «Город», и мы продолжаем. Дорожный конфликт между водителями на улице Кольцова закончился уголовной статьей. Летом пассажир Нивы «Шевроле» был так расстроен из-за того, что его с товарищем подрезали, что разбил бейсбольной битой водительское стекло на 14-й. Все подробности в рубрике «Место происшествия». Судя по видео, конфликт был безобидный, но, видимо, весьма принципиальный для водителя и пассажира Нивы «Шевроле». 14-ю с регистратором они догнали во дворе дома по улице Кольцова. Пассажир резко выскочил из машины и битой начал наносить удары по кузову «Лады». В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий был установлен подозреваемый. Им оказался кировчанин 1971 года рождения. С его слов, к совершению противоправных действий его подтолкнуло, по его мнению, некорректное поведение владельца «Лады» на дороге. Причиненный ущерб составил более 30 тысяч рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное повреждение чужого имущества». Пассажиру «Нивы Шевроле» грозит наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Один человек получил травмы в ДТП в Юрьянском районе. Там 28-летняя женщина-водитель Mitsubishi Lancer врезалась в газель. Авария произошла в четверг днем на 417-м километре дороги Вятка. По предварительным данным, 28-летняя женщина-водитель автомобиля Mitsubishi Lancer не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем ГАЗ. В результате происшествия женщина-водитель получила травмы, однако госпитализация не потребовалась. Запросто мог бы создать свою команду КВН с виду пьяный водитель в Коминтерне. После остановки авто мужчина то и дело травил шутки. Сначала сотрудникам Росгвардии, потом инспекторам ДПС. У меня ножи, топоры с собой есть. Там сзади. С собой. У меня там бомба еще, в машине есть. Там бомба и наркота есть. Александра увезли в отдел полиции. У него будет там предостаточно времени для веселья, но теперь уже, скорее всего, в спецприемнике.